При сверлении отверстия иногда сверло уводит в сторону. Чтобы этого избежать, надо предварительно произвести центрование центровочкой этого отверстия. Но можно этого не делать. Следующим способом. В рессодержатель устанавливается оправка. В данном случае это обратная сторона резца. И в момент начала сверления оправочка поджимает сверло. Вот сверло начинает гулять сильно. В этот момент постепенно надо поджать оправочкой сверло. И когда сверло начинает уверенно сверлить правильно, оправка отводится. Этот способ удобен, когда надо просверлить много одинаковых отверстий, чтобы постоянно не переставлять сверла, или когда отсутствует центровка, центровочное сверло. Но эту оправку лучше, конечно, сделать из цветного металла, чтобы при касании сверла сверло меньше повреждалось.